16 по 22 января с 10 до 19 часов по адресу улица Октябрьская, 12, бывший магазин «Интерьер», пройдет ярмарка распродажи. Текстиль, трикотаж, одежда и обувь, зимний ассортимент. А также большой ассортимент чулочно-носочных изделий, сорочек, тельняшек, свитеров, покрывал и многого другого. Производители: Россия, города Москва, Иваново, Чебоксары, Белоруссия, Узбекистан, Туркменистан. Вниманию населения 16 января с 16 до 17 часов в Печорском филиале Республиканской общественной приемной главы Республики Коми пройдет прямая линия на тему «Государственная поддержка молодых семей по приобретению жилья». На вопросы жителей города и района ответит ведущий специалист по организации предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья администрации муниципального района Печора. Предварительная запись по телефону 717-25. На прием можно обратиться по адресу улица Булгаковой, 22, кабинет номер 17. 16 января приглашаем на праздничное открытие магазинов «Пятерочка» по адресам улица Советская, 2А, и улица Социалистическая, 82А. Предприятию на постоянную работу требуется повар. Телефон для справок 30404. Звонить с 11 до 19 часов. Дадут гараж в двух уровнях в ГСК «Энергетик». Железнодорожная часть города на зимний период. Есть отопление, свет. Цена 3500 рублей в месяц. Звоните по телефону 8 904 867 90 95. Пропала собака. Мальчик маленький, окрас рыжий с коричневым. Черная морда, лохматый хвост, висячие уши. Был в наморднике. Телефон 8 912 134 28 30. Разместить информацию в программе «Информ ТВ» вы можете, обратившись в Центре обслуживания клиентов по адресам улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 356-90. Внимание! Информация дублируется на сайте www.volnaplus.ru.